Всем привет! Последние пару месяцев наблюдаю за смартфонами от OKitel и вижу, что они серьезно настроены занять передовое место в рынке защищенных смартфонов с неплохими характеристиками и за небольшую стоимость. Сейчас у них в продаже есть отличный бюджетный смарт, который обладает шикарной автономностью и уникальным дизайном, и ему не страшны никакие испытания, по крайней мере по заявлению производителя. Это OKitel WP6 с немного упрощенными характеристиками и, соответственно, ценником подешевле. Он составляет на данный момент $159. Главная особенность устройства – защищенный корпус по стандарту IP68. Смартфон не боится попадания воды. Без последствий гаджет может быть погружен в воду до 1 метра. И пыли, кстати, не боится, а благодаря прорезиненной конструкции и падений. Сам смарт смотрится очень дорого. Дизайн был придуман максимально четко как с точки зрения приятного восприятия, так и с точки зрения защищенности. Она здесь по стандарту IP69K. Смартфон можно ронять с высоты до 2 метров на асфальт и делать много различных вещей, которые обычным смартфоном точно не под силу. Сзади находится тройная камера со вспышкой. Панель же наполовину металлическая, наполовину прорезиненная. Выглядит очень мощно. Корпус достаточно увесистый, больше 370 грамм. Да, не каждому придется это по душе, но если честно, то в использовании этот фактор не напрягает, и в целом вы будете концентрироваться лишь на его крутой автономности и других параметрах, которых здесь предостаточно. Производительность данной модели на хорошем уровне, как за свои деньги. Процессор MT6771 Octa-Core Cortex A73. Работает процессор на тактовой частоте 2,1 ГГц, имеет 8 ядер. Искусственный интеллект здесь тоже прокачан. Вот и получается, что все повседневные задачи смартфону под силу, а важным дополнением этой модели является 4 ГБ оперативной памяти, которая также позволяет хорошо работать смартфону. Беспроводная зарядка также есть, Bluetooth 4.2 присутствует, Wi-Fi двухдиапазонный на месте, все, что душа пожелает. Аккумулятор, кстати, обзавелся емкостью 10 000 мАч, и это уже прям очень немало, как для доступного смартфона. Размер дисплея составляет 6,3 дюйма, он большой и хорошо защищенный, а также достаточно хорош по качеству цветопередачи. В целом, матрица IPS здесь практически самая топовая, над этим уже не экономили и установили все самое достойное. Естественно, также не менее разумным ходом было установить матрицу с разрешением Full HD+, которая обеспечивает очень неплохую сглаженность картинки и достаточный уровень качества в целом. Небольшие выступы над экраном есть, корпус хоть и немного, но помогает при падении сплошмя сохранить целостность. Сенсор распознает до 10 ваших касаний одновременно, обеспечивая очень приятные ощущения от использования. Используется в смартфоне сразу 3 модуля, которые отвечают за различные функции, но все же основной из них это 16-мегапиксельный, который фотографирует просто хорошо. Он обладает хорошей четкостью, а также просто нормальным автофокусом. Даже видео снимать с этого смартфона можно с рук, используя лишь встроенный модуль стабилизации. Она электронная и благодаря быстрому процессору работает очень корректно. Также есть 2-мегапиксельная камера для боке, а вспышка здесь вовсе одна из самых ярких на уровне. Фронтальный модуль на 8 мегапикселей не разочарует вас. Снимает он достойно, обеспечивая вас селфи, которые можно снимать хоть под водой. Также есть у него сенсор отпечатка пальца на боковой стороне, что мне лично кажется будет удобнее, чем когда датчик сзади. Есть быстрая зарядка 9 вольт 2 ампера и работает он на 9 андроиде. Если подытожить, то вполне хорошее универсальное устройство с крутыми характеристиками и вполне за нормальные деньги с таким-то железом. А стоит он, напомню, $159. Минус только один, это вес в 370 грамм. Но при офигенной батарее в 10 000 мАч приходится чем-то жертвовать. Напишите в комментариях, как вам это устройство и какие плюсы и минусы вы видите в WP6. А я с вами не прощаюсь. Смотрите другие мои интересные видео с подборками товаров из Китая и их тестами. А я пошел готовить для вас новое увлекательное видео. Всем спасибо за лайки и хорошего вам вечера!